Sigur că după acest meci rămân cu satisfacția celor 3 puncte. Este такой игры, конечно, остается удовлетворение тремя очками, которые мы завоевали сегодня. Pentru că a fost un meci foarte greu, extrem de greu. E o очень сложная игра. Echipa care s-a organizat bine în apărare. Могу отметить два линии, она очень хорошо организована, сыграла в обороне. Au folosit toate mijloacele pentru пользовались всеми способами для того, чтобы обороняться. А face ca timpul să curgă în favoarea lor. Порой иногда и время затягивали, что тоже приемлемо в футболе. Да, pe asemenea și pentru asta au fost pedepsiți. Но за это были наказаны. Pentru că prea mult și-au dorit să obțină un punct la meciul ăsta. Наверное, хотели слишком сильно добиться одного очка. Тогда как экипа имела мишлоче, чтобы опять же играть в игру более офенсивный. Такая команда, наверное, может играть и более атакующий футбол. Ну и, думаю, я меритат, потому что, если ром фаза гола, который я маркат, на фаре до этого мы не имели абсолютно ничего. Наверное, заслужили победу, за исключением гола, который они забили, момента, который они реализовали. Фактически Вэлэ ничего не создала сегодня. Они доминат жоку, да, era foarte greu de pătruns. Мы диктовали, в принципе, условия. Апарари, как făcut-o din nou jucători. Очень сложно было пробиться через оборону, порой защищалось по 9 человек. Am și greșit, pentru că am insistat în acțiuni individuale, în astfel de situație. Много ошибок было, в особенности в индивидуальных действиях. И мы слишком много, наверное, злоупотребляли этими индивидуальными действиями. Sigur că primirea golului a făcut ca echipa să devină nervoasă și să facă greșeli. Gol, который пропустили, мы сделал нас нервными, и поэтому pentru că детские ошибки. Pentru că altfel nu pot să înțeleg cum un jucător ca și Kucher să facă greșeala care a făcut, mai ales la primul cartonaș. По-другому не могу объяснить ошибки, которые допустили наши защитники. Кучер, когда получил первую карточку. Iar Rakitski, același lucru, протесты prelungite după ce a fost atenționat. Pentru asta sigur că o să-l și pedepsesc. Естественно, за это я его тоже накажу, Rakitski. Pentru că astfel de atitudine nu face decât să ca echipa să fie devină nervoasă și să nu mai gândească jocul, așa cum ar trebui. Такое отношение нервирует всю команду. И тогда команда при этих нервах не играет тот футбол, который требуем. Sigur, acum pentru meciul următor cu Poltava trebuie să inventăm linia de fundaș central. Кто может сыграть в центральной зоне? Кучер, естественно, не может. И Rakitski тоже четвертая карточка. Mă rest, nu pot, sigur, era și greu de jucat cu un teren foarte, foarte denivelat, greu de controlat mingea. Было сложно, конечно, контролировать мяч, комбинировать, чтобы создавать. Pe un astfel de teren, singura modalitate de a juca este să joci cu mingi lungi și să preferi jocul aerian. На таком поле более приемлемо. Ceea ce noi nu putem face. Более приемлемо длинные передачи и игра в воздухе, что не свойственно нашей команде. Oricum, 3 puncte importante și cred că le-am meritat. Apreazul. Pentru asta, felicit băieții care, rămași în 10 oameni, au făcut absolut tot ce e posibil să câștige meciul. Când au stat 10 oameni, au făcut tot ce e posibil să câștige meciul. Pentru a obține rezultatul pozitiv și a câștiga. E meritul lor că au crezut în continuare, chiar în condițiile când părea că nu va mai avea nicio, nu mai avem nicio șansă. Ați cazala că șansa vă nasă mală. Ok. Proșu pătania, vă și pe lini. Вспомнил свою конференцию, когда они такие журналисты, проблемы, которые нужно доходить в наш центр. Ну, не моя проблема, а голы. Моя проблема, что нас, так, ну, что ничем не вожу. А фост аша? Так, я раша фост, и ну, ну, сау апара бине, а он кис форте бине, агрессив, аша, как мы требуи са фака. Даже те, кто заменил, тех центральных защитников, хорошо действовали на поле. Au fost la 3 minute de a obține ceea ce și-au dorit, un punct. Pe большому счету, они были в 3 минутах от того, чего они хотели. Хотели они, естественно, вырвать хотя бы очко. Eu am avut mai mult teamă, pentru că totdeauna la volân am avut probleme, foarte greu de jucat. Și din cauza terenului. Потому что здесь всегда в Луцке тяжело играть. Dar și din cauza jocului echipei. Очень хорошего качества. Dar și din cauza terenului, din cauza adversarilor, că физик, сенсоркатори. Плюс соперник, конечно, очень мощный и физически очень хорошо подготовлен. Всегда. Этим славилась. Сигур, как часто экипа, так и жака по Донбасс арена, я учил голу, 6 голов, хватит. Потому что около не может сделать, что он делает. Естественно, в Донбасс арене, если они будут играть, то они... Около где терену очень бун, очень... В хорошем поле, наверное, будет не так хорошо выглядеть, как у себя здесь, на поле, где легче разрушать, чем создавать. И где бразильцы наши имеют больше куража.
наверное, у наших бразильцев дома на Донбасс-арене намного больше смелости. Окей. Хорошо, еще питание. Может быть, Волынь все-таки правильную выбрала тактику. Вроде тактика пентру Волынь, тут уже футболы. Потому что в Донецке они сыграли нападение больше, получили 5 мячей. Но так, мой мол, сейчас примите чинч пункты, правда, тактика Волынь. И посибе. Да сейчас мы будем самой маркой Мунка до угола. Челбуци. Сегодня тоже могли забить, но, наверное, быстрее всего то, что вы говорите, соответствует действительности. Oricum, meci foarte greu. Сложно. Mulțumit de jucătorii mei. Доволен тем, что в конце они выиграли. И фелицит и по ей, потому что au luptat extraordinar pentru a obține puncte. Sportiv vorbind, merită felicitări echipa gazdă. Păi nu vreau să vorbesc despre tactică, fiecare antrenor își face tactică. În funcție de tactică выбирає, но отметить сегодня важно. Jucători care are la dispoziție. Они сделали все возможное, чтобы добиться положительного результата. Și питання є? До свидания.